А вот так вот пули летят сквозь стенку во мне. Вот 5, 8, 3, 4, 5, 5, 7, 6. Ну что, ребята, нажимаю кнопочку применить. И... что? Здарова всем, ребята, Акинтуха на проводе. И прямо сегодня мы проверим самые крутые и самые нереальные лайфхаки из ТикТока. Прямо сегодня я вам покажу лайфхак, который вам еще никто никогда не показывал, при помощи которого вы сможете получить настоящий рабочий промик. И мы проверим, работает ли все это. Потому, ребята, прямо на секунду прожимайте огромнейший лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Ну что же, мои сладенькие, поехали! Братиш, хочешь совершенно бесплатно получить M9 Bayonet Frozen? Тогда прямо эту секунду прожимай огромнейший лайк. Обязательно подпишись на мой канал. И самое-самое главное, посмотри с видео от начала до конца без примоток. И в комментариях напиши свой ID. Всем желаю удачи, все условия будут проверяться. Все, ребят, поехали. Ну и, ребят, для первого нашего лайфхака, он будет такой самый простой, самый изящный. Мы просто открываем чатик и попробуем написать разноцветный текст. Все максимально просто, то есть мы пишем color, потом пишем green, red, ну и так далее. Я надеюсь, вы все знаете English language. После этого пишем любой текст, дальше slash и обратно color. Отправляем и по идее... А что не работает? Не понял. Давайте пересмотрим видео. Ну смотрите, ну вроде все правильно написал. Но у меня есть еще один вариант, почему, возможно, это не работает. Сейчас проверим. Возможно, надо добавить стрелочки. Мы их добавляем, отправляем и... Это что за дичь? Вы посмотрите, а что за дичь в чате? Блин, вот этот прикол. А ну-ка. Давайте попробуем сделать то же самое, только напишем red. И обратно, ребята, напоминаю, вводим стрелочки, потому что стрелочки это наше все. Блин, а что это за ерунда? Почему я ничего не вижу? Ребят, кто знает, где тут ошибка, где тут подвох, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы идем к следующему лайфхаку, и чем дальше, тем интереснее. Ну что же, ребятки, смотрим дальше имбовые фишки в стендов 2. На карте сенсор. Так. Если противник занял эту надоедливую позицию, тогда вы можете вернуться назад и отправить ему секретную гранату. Так. Все, понял, понял. Ой, хорошо, ой, сильно. Так, ребят, слушайте. Давайте-ка мы проверим-то, как это на самом деле, потому что мы уже проверили текст с этого же ТикТока, то он не работал. Сейчас мы проверим, как будет работать эта раскидка. Вуаля, мы, ребята, уже тут. Я и Алибаба. Алибаба, поздоровайся. Здорово, ребят. Короче, пацаны, смотрите, ща все будем проверять. То есть я вот так иду гуляю, я знаю, что Алибаба там, бросаю хаешечку и прям сейчас Алибаба сколько ТХП? А ну-ка, попал? Нет. Не попал? Не попал? Не понял. Нет. Да, у тебя что, 100 хп? Ну да. Да не гони. А ну замочи меня. А ну, не попал. Замочи меня. Не попал. Так, окей, попытка номер 2. Ну, надеюсь, за второй раз будет поуспешнее. Я понял, что надо просто немножко левее, то есть примерно вот так вот. Так, пожалуйста, пожалуйста. И бабах. Ну, хоть сейчас попал? Нет. Ты на приколе или баба? Это просто капец. Короче, ребята, лайфхак опровержен. Ну а прямо сейчас будет, ребята, то, ради чего вы все здесь собрались. Прямо сейчас я попробую заплантить бомбочку. И те цифры, которые я вижу на ней, я их веду в раздел промокод. И, возможно, мне повезет. И поверьте мне, я уверен, мне реально повезет. Ну что, Алибаба, ты готов стать богатым? Конечно. Брат, только есть проблема, стал богатым я. Запоминай, циферка. Первая цифра. 5834. 5834. Брат, запоминай. 5834. Пиши их куда-то. 5834. Ну ты их пиши куда-то. 5834. 5834. 557. Написал? Да, все, запомнил, да. 5834. 557. 6. 6. Ну что же, ребята, надеюсь, все это реально сработает. И прикиньте, мне еще дуточки Harmony, например. Так, ввожу циферка. 5834. Дальше. 5, 5, 7, 6. Алибаба, правильный код? 5, 8, 3, 4, 5, 5, 7, 6. Ну что, ребят, нажимаю кнопочку применить. И... что? Это работает! Успешно, успешно, успешно! Что я получил? Я не верю своим глазам! А ну-ка... F16 Dreamham! Что? 500 голды на халяву! Ну, ладно, почти. Давайте сейчас видим настоящий промик, это я немножко пошутил. 5, 8, 3.
Дальше 4, 5, 5, 7, 6. Нажимаю кнопочку применить. И промокод не найден. К сожалению, такой пасхалки нет. Но мы идем дальше. Дальше только интересней. А ну-ка, ну-ка, я записываю, ребят. Следующий лайфхак. Короче, смотри, в чем суть этого лайфхака? То, что тут есть какой-то пиксель, в котором просто будут вот так вот висеть скины. Давайте прямо сейчас вместе с Алибабой попробуем найти тот самый пиксель на базе Т. Ну и что же, пока там Алибаба своего андроида загружается, я проверю. Опа. Так, слышишь, это точно рабочая тема? Блин, или пофиксили? О, висит, висит! Ха-ха, прикол. Прикол, быстрее беги ко мне на базу. Беги ко мне на базу. Смотри, смотри, оно висит. А ну давай еще раз. Попробуй в прыжке бросить, в прыжке бросить. Бросай, 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 давай, давай, быстрее. О, два скина, смотри, висят. Давай три, давай три, давай три, если выйдет, будет вообще имба. Домой, три скина. Три скина, ау, а четыре скина выйдет или нет? Это будет... Запрыгни на меня и подкинь его, запрыгни на меня. Давай, 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 ты где, ты где? Давай, быстрее, 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 опа, бросаем. Блин, он упал. Короче, ребята, мы поняли, что это лайфхак рабочий, поэтому применяйте. Ну, чисто, скажем так, это бесполезная тема, но чисто прикинуться друзьями выйдет. И знаете, что я хочу прямо сейчас попробовать? Я хочу прямо сейчас попробовать закинуть туда бомбочку. Если это выйдет, это будет очень смешно. Алибаба, ты готов к шоу? Давай, полетели. Ай, блин, слышь, а бомбочка не висит? Бомбочка не висит, а что за прикол? А что за прикол? Она не стоит. Бомбочка, остановись. Не-не-не, слышь, не получается, не получается, смотри. И, ребята, к сожалению, бомбочку вы забросить сюда не сможете. Но зато какую-то оружечку вообще без проблем, идемте дальше. Ну а следующий лайфхак не менее интересный, потому что я такого никогда ранее не замечал. Смотрите, в чем суть. То, что мы становимся вот именно в этом месте, начинаем стрелять, и я отнимаю по одной хп. Это вообще прикол лютый. Я надеюсь, что это все реально работает, поэтому погнали проверять. Короче, смотри, Алибаба, ты где? Ты становишься вот тут, а? И вот так вот стреляешь, просто стреляешь. Понял? Давай, давай, поехали. Давай, роднулечка, ты мой. Раз, два, три. Начинаю, у меня 100 хп. О, 2 хп, 0 хп. Ты меня отнимаешь по 2 хп. Ха-ха. Тут 0 хп. А ну-ка еще стреляй, стреляй, стреляй. Мне показывают, как будто вообще не стреляю. 1 хп. 1 хп, 1 хп, 1 хп. Блин, ребята, это реально работает, слушай. А что будет, если я буду стрелять по тебе в ответ? А ну-ка. Сколько я тебе хп отнимаю? Сколько я тебе хп отнимаю? 4, о, 5. А попробуй, стой, 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 не стреляй, не стреляй, не стреляй. Попробуй с этого дробашка пострелять. 85, давай, давай, 2 хп, 4 хп, дальше, 5 хп, дальше, дальше стреляй, 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 стреляй. Ну, короче, ребят, реально тема по-настоящему рабочая. Я даже не ждал, то, что дробаши могут отнимать по одной, по две, а то и по 3 хп. Но, ребята, это далеко не все. Мы идем дальше. О, ребята, прямо сейчас будет очень крутой подсад, который реально никто не использует. Внимательно посмотрите. Это подсадка на... Подсадка на мид, то есть мы становимся вот так вот и просто кого-то мочим на миду. Ну что же, Алибаба? Погнали проверять все это в катке. Это будет очень интересно. Ну что же, ребята, погнали прямо сейчас все это проверять. Я взял Алик, я взял Алибабу. Алибаба, братик, давай. Становись, и теперь нам осталось просто ждать кого-то. Вот, вот тут, смотри, 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 вот тут становись в этом месте. Подсадик. И по идее... О, работает, слышишь? На, минус 2, это работает. Короче, ребят, я вам скажу так, используйте, потому что на 100% рабочая тема. Вы посмотрите, вот этот парниша просто в шоке, думает, ничего себе. Ну, как, тема-то рабочая, но не забывайте смотреть назад, потому что с вами может произойти неприятный инцидент, как со мной, например, только что. Ну что, идемте дальше. 5 минут later. Ну а прямо сейчас, ребята, лайфхак номер 2, и вы не поверите, но он по-настоящему очень крутой, я его буду лично использовать. То есть, смотрите, в чем суть. Если вы идете на плент А, и при этом смотрите в пол, то вас не видно. То есть вы идете через парт и смотрите вниз, и вас не видно. Я вообще не верю, это правда? Если это реально правда, то я буду 100% это все использовать. И прямо сейчас мы вместе с Алибабой все это проверим. Я просто беру и я смотрю в пол. То есть моей головы не видно. Я вот так вот иду, иду. Ты меня видишь? Скажи мне честно. Нет? И так нет. А так видно? Да, на минимапе нету. Но голову видишь, да? Ага. То есть, ребята, в принципе, лайфхак
полностью проверенный. Всем советую. Поэтому, если вы забрались сплендить бомбочку или собрались внезапно пушить, то моим советом делаем вот так вот, внезапно. Потом, опа, и такой, привет, Андрей. И все, ребят, и загадочка ГВП, вы победили. Хе-хе, применяйте. Ну а прямо сейчас будет просто нереальный лайфхак. Я отвечаю, вы о нем по-любому не знали. Смотрим. М-ка с глушителем наносит самый большой урон в игре. Вы вообще понимаете? М-ка с глушителем. Алибаба, бегом покупай М-очку с глушителем. Потому что тут лайфхак говорят, что М-ка с глушителем дает самый большой урон. Я реально в это даже не верю. Ну что же, давай так. Прямо сейчас стреляй мне в мою левую ногу. В самый низ, понял? Прям в ногу. Давай. Так, ты мне отнял 22 хп. Теперь я беру АКР. Стреляйте тоже в самый низ. Один патрончик в ногу. Оп. Сколько я тебе хп отнял? 27. 27? Да-да-да. Чего? Ребята, это что за лайфхаки такие? Стоп, давай еще раз. Теперь возьми М16, я возьму АКР-12. Стрельни мне в левую нижнюю ногу. Прямо сейчас, прям в ногу. Так, у меня было 78, стало 53. Ты мне отнял 25 хп. Теперь я тебе стреляю. Забудь, сколько у тебя было хп. Оп! Так, сколько у тебя хп сейчас? Я вообще не смог. Не, ну сколько было, я тебе помогу, братиш. Сколько у тебя было? 5 minutes later. 26. 26 хп. Короче, ребят, мораль такова. Это ТикТок нас обманул. Поэтому, ребята, эмочку с глушителем не берите ни в коем случае. Ребята, обратите внимание на эту стенку. Вы спросите, что это такое? А вот так вот пули летят сквозь стенку. Вам не показалось, это не рофл, это не шутка, это все по-настоящему. Этими пулями можно и кента даже вот так вот замочить. Ребята, просто прожмите за это лайк, потому что это нечто нереальное. Даже по мне попали, смотрите, обалдеть. Вы спросите кента ПК, что надо сделать, чтобы стрелять сквозь стеночку. Ребята, прямо сейчас вам все внимательно показываю. Я видел этот лайфхак в ТикТоке, и он по-настоящему рабочий. Что? Пули идут даже сквозь стенку вниз. Я в шоке. Вы просто стреляете в эту дверь. И все. Максимально легко, максимально изи. Зато если я пытаюсь стрелять с этой стороны, ребят, у меня ничего не получается. То ли из-за того, что я нуб такой, то ли из-за того, что я, не знаю, какой-то непутевый. Просто посмотрите. Пули летят просто сквозь стенку. Блин, насколько же крутой, нереальный лайфхак. Ну что же, уважаемые, надеюсь, вам понравилось подобное видео, поэтому, пожалуйста, прямо в эту секунду, ребят, прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если вы хотите на халяву получить M9 Bennett Blood, прямо сейчас по ссылочке в описании переходи в мою телегу и подписывайся. Ну что же, ребята, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока. Жду всех в моей телеге, кому нужен на халяву этот ножичек.